Всем привет! Сегодня я расскажу, интересно ли деткам играться с вот такой вот палаткой. Эта палатка у нас появилась, когда ребенку было около 2 лет. Поначалу она очень часто игралась с ней, но потом как-то подзабыла. И сейчас уже в возрасте 6 лет она ней почти не играется. Высота такой палатки 109 сантиметров. Низ квадрат сантиметров 85. Вот. Здесь двери. Вот как выглядит внутри. 2 окошка. И суженный потолок. Деткам интересно играться в ней, так как можно спрятаться, спрятать игрушки, или как бы она служит домиком. Вот потому деткам интересно. Если будут вопросы, спрашивайте в комментариях. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки.